Ну что, снова всем привет! У нас продолжение того же дня, продолжение того же видео, но вы его видите уже на следующий день. Так что всем снова привет! Так, ну в прошлом видео, как видите, уже мы с вами нажарили пирогов, наделали салат крабовый. А сейчас я хочу... Начистила уже вот целый таз картошки, уже даже нарезала. А вот там в голубой чашечке у меня маринуются крылья индейки. И сейчас я тоже картошку замариную и сегодня приготовим в духовку. Картошку с крыльями индейки. Ну и также сегодня ждет мотивация на мытье посуды. Просто у меня после готовки посуды вообще вот столько прям вообще. Так что оставайтесь со мной. Видео у нас эти два дня такое. У меня вдохновение на готовку. У меня такое бывает не часто, но все-таки бывает. Сегодня вот оно один из этих дней, когда у меня вдохновение на готовку. Так как ухожу завтра снова на сутки, еды будет достаточно. Оставайтесь со мной, усаживайтесь поудобнее. Погнали. Так, ну что, картошечка, я ее посыплю ролтоном. Полью соевым соусом. Так. Кстати, уже видите, да, сюда репчатый лук еще посыпала, нарезала. Так, куркумы. Вообще, когда картошку готовлю в духовке, всегда куркуму добавляю. Она и вкус какой-то придает, и цвет очень красивый. Так, сейчас возьму ложку и перемешаем. Такая у меня пластмассовая шумовочка. Перемешаем. Сейчас пусть постоит, ну, полчаса. А мы пока с вами помоем посуду. Пусть картошечка постоит, промаринуется в приправках всех. И потом мы ее отправим с вами в духовку. И как раз будет у нас посуда помыта, и картошка приготовится к Ваниному приходу с работы. Все. Все, пусть маринуется. Сейчас я крышечкой накрою, и пусть маринуется, стоит картошка. Девочки, еще решила добавить молотый кориандр и хмели-сунели немножечко. Я думаю, не помешает, будет вкуснее. А еще мне сюда, девочки, надо растительного маслица добавить. Вот видите, все приходит это не сразу хорошие мысли. Как говорится, хорошие мысли приходят опосля, так и у меня. О. Ой, аромат стоит просто сумасшедший. И мы его с вами на противень выложим, картофель наш, и в духовочку. Так что пусть стоит, маринуется. Девочки, а посуды-то у меня сколько? Это мне еще, судя, посуду надо помыть. Сейчас, конечно, стараюсь всю посуду мыть сразу после любой готовки. А сегодня, тем более, очень много готовила. Ну, знаете, девочки, для меня три блюда сразу в один день приготовить, это, я скажу, много. Может быть, кому-то это немного, но для меня это много. Я так готовлю очень редко. В основном только на какие-то мероприятия, которые происходят в нашей семье. Ну, раз сегодня я столько много решила наготовить, у меня сегодня было такое настроение на готовку, поэтому я решила перемыть всю сразу посуду, так как я, конечно же, понимаю, что вечером у меня уже опять не будет сил, когда мы приедем с огорода.
И у меня не будет уже времени, потому что завтра я ухожу опять на сутки. И посуда тоже грязная, чтобы не стояла в мойке. Каждый раз, когда у меня такая массовая готовка, я каждый раз всегда думаю, как же здорово и хорошо, когда у меня есть целый километр всяких различных чашек глубоких, пластмассовых, тарелок, кастрюль. Очень рада, что у меня столько всего этого имеется, абсолютно мне ничего это не лишнее. Да, конечно, у меня не многодетная семья, но это все мне всегда пригождается, когда я что-то массово вот так вот готовлю. Ну и для хранения там чего-то, и для самой готовки, конечно же, посуда нужна мне. Я это ценю, я посуду вообще очень люблю. Это вот последнее только, наверное, время я не стала что-то приобретать так прям активно, как делала это раньше. Прям что-то где-то вижу, постоянно покупаю. Сейчас немножечко успокоилась по поводу посуды. Хотя иногда нет-нет, вроде бы так заглядываюсь на эту посуду. Так, ну что, посуду я закончила мыть, уже всю ее разобрала, по местам расставила. И теперь итоговая протерла столешницы и помою мойку. Мойку помыла с Пемолюксом, содоэффект. Кстати, отличное средство, не устану об этом говорить. Отличное средство, отлично справляется с пластиковыми окнами, подоконниками, рамами. Отлично вообще справляется, если кто еще до сих пор, ну, не знал. Но я думаю, уже это все знают, все испытали, все испробовали. Все чистенько, моечка чистенькая. Теперь с такой чистой кухней, с чистой мойкой можно встречать мужа после работы, после рабочего дня и вкусненько его накормить. Так, ну что, девочки, посуду мы с вами разобрались. Вот. Картошечка наша настоялась уже. Индейка тем более. Я вот на таком противне сейчас буду готовить. Так, высыпаем нашу картошку. Тут она и с соком сразу. Более равномерно ее распределить по противню. Так, чашку в мойку опять. И снова грязная посуда копится, да, девочки? Вообще вот. Так, индейка наша. Ой, как вкусно пахнет. В этот раз, как я говорила вам, кто первую часть не смотрел, я индейку предварительно проварила, но не до конца, как до полуготовности. Вот. Потому что она, если ее сразу сырой в духовку, она не пропекается, к сожалению. Так, вот еще польем. Духовку я уже включила, греется уже. Вот еще, пожалуйста, посуда грязная. Ой, девочки, не успеваю намывать. Так, ну все, такая красота сейчас у нас пойдет в духовку. На 180 градусов, минут, наверное, на 40. Ну что, сразу сполосну посуду. Чтобы уже не копилась она тут у меня.
Кто-то моет фейри, девочки, что-то без фейри, потому что водичка горяченькая, так я, если не сильно жирная, то я могу без фейри помыть. Так что что-то с фейри, а что-то без мою. Ну, вот это раз не сильно жирная, можно и просто горячей водой помыть. Чашка покрасилась у меня от чего, скажите, от желтой до припявы. Фу, вылетела в башке, как она называется. Куркума, господи, надо же так вылетела. Стала внутри желтенькая, голубой чашки, видите? А на камеру плохо видно. Ну, покрасилась так-то значительно. Кстати, девочки, я сейчас пользуюсь моющим средством, которое заказывала на Валбересе. Сейчас я вам покажу его. Я еще, по-моему, вам... Ну, я, может, и показывала, что я его купила, но я не рассказывала о нем вам, какое оно по итогу это средство, довольна я им, либо нет. В любом случае, мыть-то я им буду, довольна или нет. Целых 5 литров, поэтому куда его не выбросишь, мыть надо. Но... Сейчас расскажу. Вода шумит. Сейчас подождите, девочки. Девчульки мои, чашечку домою. Новый свой тазичек помою хорошо. И потом мы с вами поболтаем. Опа. Уже вас немножко сдвинуло. Ох, это посуда. Так, ладно. Вот такое вот средство. Не знаю, девочки, показывала я вам или нет. Брала на Валберес. Цену даже не помню, не скажу, не помню цену. Лимонный аромат. Пахнет, кстати, нормально. Как фейри пахнет. Я его налила в такую маленькую бутылочку из-под сорти. Оно очень густое. Прям вот густое, как, знаете, как желе какое-то густое. Я думаю, почему оно такое густое? Прочитала, а это концентрат. То есть его нужно или можно разводить. Но я не развожу, девочки. Так-то вроде мылится хорошо. Но я думаю, если я разведу, вдруг уже нужно будет больше наливать его, чтобы оно мылилось лучше. В общем-то, средством я довольна. Вот и все, коротко и ясно. Средством я довольна. Прям вот эту одну капельку густую капаю и посуду мою. Разводить я его не развожу. Хотя можно разводить. Производитель пишет, что это концентрат, который можно развести водичкой и пользоваться. Но я не развожу. Сдираю этикетку на чашке. Что-то я даже до сих пор не содрала. Так что вот так. Так, время засеку. Без 15:04. Девочки, с утра я сегодня топаю. Уже что-то устала, честно говоря. Без 15:04. Ну, где-то в 4:30 надо будет заглянуть в духовку. Может быть, уже будет готово. Как будет готово, я вам покажу. Не переключайтесь. Девочки, прошло 35 минут. У меня уже все приготовилось. Сейчас мы с вами достанем уже наше блюдо из духовки. Ну что, девочки, все, такая красота. Посыпала укропчиком. Все прожарилось, картошечка готовенькая, мяконькая. Индейка тоже мяконькая. Все приготовилось, все прожарилось. Пусть подстывает, скоро Ваня придет с работы, будет кушать вкусняшечку. Всем приятного аппетита, ну и нам, конечно же, тоже. Ну, я буду заканчивать сегодняшнее свое мотивационное видео, мотивационное на готовку видео.
Всем огромное спасибо за внимание. Вместе с вами мы сегодня наготовили кучу всего разного и перемыли посуду. В общем-то, день был на кухне. Проведен мой выходной на кухне. Но я думаю, муж будет сегодня доволен, что я сегодня столько всего наготовила. Вам всем спасибо за внимание. Спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши лайки, за вашу подписку. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых видео.